Кнут, что это ты здесь делаешь? Эйвор, нам нужна помощь. Кому нам? Сильви и Эйра в беде. Мы отправились в лес и некогда объяснять. Пожалуйста, помоги. Они целы? Нет, не целы. Все плохо. Веди меня. Где они? Рядом. Нам надо спешить. Что случилось? Они в опасности? Нет, если мы поспешим. Куда теперь? Сюда! Почти на месте! Ну же, Эйвор! Можешь быстрее! Кнут, объясни, наконец, что происходит! Не могу! Ты все равно не поймешь! Просто поверь мне! Что это все значит? Прости, Эйвор. Пришлось тебе наврать. Но это не я, это все Эйра придумала. Лгать, чтобы привлечь внимание, очень плохо, дети. Мы нашли собаку. Она в беде. Угодила в ловушку. Мы боялись, ради собаки ты не придешь. Ах, кажется, это не собака, Эйра. Это волк. Но волк тоже собака, нет? Мне мама говорила. Конечно, так и есть. Вы послушайте. У-у-у! Точно пес. Эйвор, если ты нам не поможешь, мы сами попробуем. Нет, не надо. Дайте подумаю, как быть. Нужно помочь. Небось голодная. Бедняжка. Плачет. Спаси ее. По ней наверняка детки скучают. Мне нужен ключ. Если повезет, он будет где-то рядом. Ключ от главного входа. Открываем осторожно. Я вызволю волчицу. Надеюсь, не придется ее убивать при детях. Стол накрыт. Домой он не добрался. Значит, хоть умер быстро. Тут следы клыков. Может, волчицу помогала на охоте? Столько охотничьих трофеев, хоть какая-то память останется. Тихо, тихо. А ты на вид добрая, наверное. Эй, спокойно! Обманут детьми, ору на волков. А когда-то я был воином. Как вы? Видели волчицу? Да! Она свободна! Ты чудо, Эйвор! Но она убежала и спасибо не сказала. Может, просто спешит домой? Ее мама и папа наверняка волнуются. Или ее муж волк, или жена. Кто знает? Зато точно известно, что вам троим пора назад. Пока родители не решили, что вас всех съели волки. Точно. Не грусти, Кнут. Ты вел себя смело. И вы тоже. Больше не ходите гулять в лесу одни. Вы меня поняли? Но ты постоянно где-то ходишь один. Я очень мудр. А вы еще многого не знаете. Да, но нас же трое. Значит, мы умнее в 3 раза. Боюсь. А, еще волки! Назад! Вы все целы? Нас спасла она! Собака-волк! С волка! Что? С волка! И собака, и волк! Эх, нет, мне не нравится. Давай назовем ее мышь. Глупости. Ее должны звать Живака. Она же все жует. А ты что скажешь, Эйвор? Сволка. Такая же глупость, как и все это. Она наш лучший друг. Пора возвращаться домой. Нам всем. Ладно. Мы же просто искали приключений, как ты, Эйвор. И нашли. И подругу завели. В приключениях также нужно искать полезные знания. Ой, это скучно. Итак, что же мы сегодня узнали о диких зверях, дети? Ну, мы узнали, что с ними надо дружить. Они прекрасные друзья. Мама учила меня бояться зверей. Много она понимает. Давайте по пути домой обдумаем все, что случилось. Только молча. Кажется, вы ей нравитесь. Конечно. Мы ее спасли. Без нас она бы погибла. Так кабан, которого ты убила, Эйвор. Вы видели? О, да, мы видим все. Не надо об этом болтать, ладно? А ну по домам. И новую подружку не забудьте. У меня есть кое-что только для тебя. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Советую. советую. Я подготовила это для тебя. Думаю, это будет отличный выбор. Ты найдешь этому применение. Я отложу для тебя немного. Советую купить. Нет, правда? Отличный выбор. Я всегда рада с тобой торговать, Эйвор. И что, это все? Еще увидимся. Надеюсь, скоро вернешься. Навстречу волнам! Нужна песня? Можем продолжить позже. Давай продолжим позже. Ну что, споем? Ставьте мачту! Убрать мачту! Поднять мачту! Придется нам грести. Наши паруса готовы. Парус! Лови ветер! Тихо. На берег! славно разжились. Путь! Эйвор, лактюнский витинг. Пойте, вороны. В этих водах придется грести. Тут надо без паруса. Больше паруса! Пока парус не поднять. Здесь парус не поднять. Придется нам грести. Можно поднять пару, Сейвор. Подожди, Скальд. Гляньте-ка, богатый храм. Вперед! Все помнят? Одину души, а нам сокровища! Знаете, он поможет нам! Нет! Нет! проклятье! Порублю на куски. Не сбежишь, сина трусливая! Тебя. Во имя Одина! Их сокровища! Сейчас не время. Не сейчас. Убрать мачту! Здесь добрый ветер, Эйвор. Поднимай парус. Парус поменьше. Вы двое умнее этого молчуна. Он уже ничего не скажет. Мы рассказали тебе все. Ты отпустишь нас. Посмотрим, чем все обернется. Эйвор, вот и ты. Откуда пленники? Это воины из крепости. Мы их допросили. Здесь не Бургрет, а его жена Этельсвита. Они разделились после Тамворта. Калберт сказал мне об этом в Ледочестере. Калберт? И что он там делал? Ивар. Долго рассказывать, но он цел. Я отправил его в Рептон. Каков наш план? Совсем скоро этих воинов хватится. Нам нужно пробраться в замок и найти Этельсвиту. Королева приведет нас к королю. Рискнем. Попытаться точно стоит. Попробуй допросить их еще раз. Мы с Эйвором займемся похищением Этельсвиты. Один с вами. Саксы вряд ли откроют нам ворота. Можно проскользнуть внутрь или подплыть на твоем дракаре. Выбирай, я с тобой. О, Эйвор, это была моя мечта. Гоняться за королем по всему Ширу? Жизнь викинга. Со мной ты, наши братья и сестры. Покорение новых земель и крепкая дружба. Если ради этого нужно гоняться за каким-то лисом, пусть так. Такая жизнь по мне. Согласен, брат. Нападут, как только увидят. Назад! Пойди прочь! Покажем ублюдкам! Иди прочь! Эй ты, прими свою судьбу! Эй, вы! Пошли вон! Вижу, Бургрет пытался спрятать тебя, леди Этельсвита. Но никто не в силах прятаться вечно. Прошу вас, отпустите моих служанок. Они невиновны в наших распрях. Слышишь, Эйвор? Она благородна, жертвенна. Вот с кем нужно заключать сделки. Достойная женщина. Госпожа, нам нужен лишь твой король. Скажи, где прячется Бургрет, и не прольется ни капли крови. Прошу, я не знаю. Отлично, Сигурд. Она просто не знает, что ей грозит. Но скоро поймет. Постой. У нее слишком грубые руки, как у служанки. Нас обманули. Что такое? Следи за служанками, я за Этельсвитой. Смотри, Эйвор, вражеский лагерь! Поднять парус! Эйвор, смотри, там военный лагерь. Не подходи. Умрешь быстро. Грешники будут в аду. Мой муж отправит вас в преисподнюю. Эй, ты, прекрати сейчас же. Умно придумано, госпожа. Просто так ты точно не сдаешься. Убери руки, язычник. Ты позабыла о гостеприимстве? Не стоило спрашивать. Отпусти меня! Немедля! После всей этой... После всей этой беготни и не подумаю. Ничего не скажу. Ни тебе, ни твоим дикарям. Лучше передумай ради своего народа. Кто знает, сколько еще людей умрет из-за нас, дикарей. Я тебя не боюсь. Значит, ты глупа. Парус поднять! Убавить парус. И чего это? Этельсвита, ты скверно выглядишь. Господь испепелит твою душу, если она есть. Недурно, Эйвор? Да она скальд, как и ты. Где моя Кадлин? Что вы с ней сделали? Я своей служанке. Храбрый, в наряде королевы. Она в цепях, вместе с другими. Мы поедем в Тамворт. Я разговорю их. Если с ее головы упадет хоть волос... Расскажу об этом Кьолвульфу. Может, он знает, как развязать ей язык. Тогда встретимся там. Сигурд, а что делать с пленниками? Они нам не нужны. Отпусти их. Как же мне повезло тебя встретить. Спасибо. А? Какие-то сараи? Пора за дело! Подношение Одину! Тебя ждет смерть!